Друзья, всем привет! На канале Усадьба Белая Лошадь. Мы сегодня поехали за опилками для наших животных на лесопилку. Вот, собрали 6 мешков опилок и в итоге хотели купить только опилки, а взяли еще куб досок, обрези, брус. Вот, и все это нам тут вон перед домом накидали, опилки, все эти доски. Теперь домой не войдешь. Не пройдешь, так сказать, вот. И сегодня мы будем все это дело разбирать, укладывать в правильное место. А я хочу вам показать еще один момент. Так, друзья, вот брус. Так, откуда лучше показать? Наверное, отсюда покажу. Сейчас здесь траву пролезу. Взял брус. Получается, это была сотка, ну, 100 на 100. Хочу дома сделать на потолке, это использовать как плинтус между стеной и потолком. Попросил специально брус разрезать на такие уголки. 4 штуки по 6 метров, ну, должно, там, может, даже чуть-чуть не хватит, там нужно будет что-нибудь подделать, но они так не продают. Как бы нужно было бы еще 6 метров купить, а там у меня остается, наверное, ну, 1-2 метра, наверное. 1,5, может, метра не будет хватать. Ну, что-то я придумаю. Может, еще съезжу, кусочек докуплю или, ну, что-то такое. Вот хочу такие уголки использовать под плинтус. Это все дело нужно будет отшлифовать красиво и к потолку приделать. Это я сниму отдельное видео по этому поводу, по шлифовке и... как приделаю я к этому потолку. Посмотрите, думаю, должно очень красиво получиться. Почему выбрал такой широкий плинтус, так скажем? У нас между, получается, между потолком и стеной щель, вот здесь вот 10 сантиметров получается, и у нас, ну, довольно-таки широкий щель, наверное, вот такие вот щели между потолком и стеной из-за бревна. И вот я посчитал, как раз вот такой плинтус все бы эти щели закрыл, и думаю, это будет выглядеть красиво. Вот, ну, мы посмотрим, как это, ну, должно быть выглядеть красиво, потому что сейчас у нас там торчат у нас, получается, ветрозащита, вот эта изоляция, там где-то утеплитель торчит, но это вообще некрасиво. А если брать деревянные маленькие плинтуса, ну, от него толку не будет, он просто пропадет там в этой бездне щелей. Вот. Так что, друзья, ждите видео, когда будем работать и использовать эти плинтуса. Ну, а сейчас у нас задача все это дело, все вот эти вот досочки, куб досок, отдали просто еще дешево. 4700 за вот такие вот доски. Ну, хорошие доски довольно-таки. Из каких-то можно сделать полочки хорошие. Какие-то пойдут у нас на тоже там на починку чего-либо и так далее. Вот. И у меня идея появилась, если мне еще раз так доски дешево отдадут, то можно будет и из таких досок забор симпатичный сделать. А то у нас вон тут забор уже падает. Старый. И здесь на следующий год надо будет тоже уже делать нормальные ворота и нормальный забор. Этот вот забор менять и потом покрасить в нормальный красивый цвет. Потому что это уже никуда не годится. Вот как так. Ну, а сейчас начнем все это дело таскать, переносить и нормально укладывать. Поехали. Thank you.
Фу. Ну все, куб перетаскали. Отложил пару досок на полочке, чтобы сделать хорошие дом полочки для книг красивые. Вот. Ну, осталось еще опилки перетаскать и 4 плинтуса. Вот 6-метровые плинтуса, не знаю, сюда что ли тоже положить. Поместятся они, нет? Сейчас попробуем. Дверь закрывает, блин. Не помещается. Надо ли него? А? Видно там, нет, интересно. Придумал я место для него наверх. Вон туда. Так, откуда тут, наверное, надо кучу просовывать? Пам-парам-парам-пам-пам. Тара-тара. Тара-ля. Тара-тара. 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 Опа. Один есть. Так, ну что, друзья, спрятали. Наши плинтуса пока здесь полежат, наверху. Вот такие дела сегодня у нас. Таскали мы досочки. Поехали за опилками, как говорится. Купили доски. Теперь есть материал, с помощью которого можно будет строить, что-то починить, что-то сделать новенькое. Левадки лошадям. Где-то подремонтировать и так далее. Вот. Что думаете? Буду рад услышать по поводу плинтусов этих, которые я придумал поставить. Что думаете? Жду ваших комментариев. Интересно послушать. Вот. С вами прощаюсь. Видео, надеюсь, такое. Развлекло вас немножко. Посмотрели на чужой труд. Вот. Давайте, друзья, всем пока.